Люблю дебюты. Меня радует, что на нашем фестивале немало дебютантов. Это значит, что растет новое поколение звезд эстрады. И мы надеемся, что они будут радовать нас своими песнями не только в этом сезоне, в этом году, но и в новом веке. Ну, предыстория этой песни в двух словах необъяснимая. Дело в том, что когда-то, когда мне было 14 лет, даже 12, я пел похожую песню. В тот момент я был очень влюблен в одну девушку. И когда стал вопрос репертуара на профессиональном уровне, я с удовольствием сделал эту песню в моем понимании, в чувствах, и передал ее в том варианте, в котором ее услышали, ну, услышала вся страна и даже больше. На сцене фестиваля песни 96 группа «Нэнси». Угар качает глаза, ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел